Начнем урок. Смотрите, что у меня есть. Что? Стой! Вы арестованы! Вы имеете право хранить молчание! Выпустите меня! О! Тогда я выберусь сама! Что происходит? Воу-воу-воу! А если... Так! На волю! На волю! Да я сейчас! Я все равно выберусь! Опа! То, что надо! Вау! Ой! Что? Здравствуйте, коллега! Это моя булава! Hello! Мне на секунду! Нет! Тебе помочь? Как? С этой внешностью я не могу выбраться! Я тебе помогу! Давай выберем, кем ты хочешь стать! Вау! Ага! Давай взорвем здесь все! Нет-нет-нет, мне уже хватило неприятностей. Я хочу попробовать тебя на вкус. Нет. Давайте сделаем мир слаще и добрее. Да! Ты будешь сладкой королевой. Начнем мейковер. Циркуль, нарисуй здесь круг. Без проблем. Ну, кажется, сработало. А теперь моя очередь. О, вау! А как это играть? Вот так. Держи. Ну, хватит. Я сама. Хоть бы маникюр. Маникюр. Что мне с этим делать? Попробуем это. Не может быть! Вау! О, мои руки! Какой маленький чупа-чупс. А если так? Возьмись покрепче. Вау, круто! А для чего это? Чтобы изменить твой цвет ногтей. Пойдем. И что нам делать? Развлекайся. Ну ладно. Ааа!
Отлично! А теперь ждем. Время вышло. Вау! Красота! А теперь перейдем на следующий этап. А можно мне? Теперь да. Сейчас проведем эксперимент. Обожаю взрывы! Нет! А для чего это? Да, это будет сложнее, чем я думала. А зачем? Не понимаю. А для чего это нам? Сейчас увидишь. Вау! Получилось! Еще бы! Ой, ауч! Какой он огромный! Эта проблема решаема. Харли, одолжу твой молоток. Эй, это мое! Будь здорова! Начнем игру. Ауч! Кажется, получилось. Отлично! Следующий этап. Обожаю макияж. Круто! Нужно все начать с чистого листа. Хотя нет. То, что нужно. Нет, нет, нет! Упс, перестаралась. Это решаемо. Вау! И последний штрих. Давай! Вау! Спасибо! Пожалуйста! А что мы будем делать дальше? Сейчас и узнаем. Воу! В яблочко. Вау! Оно волшебное! И оно твое! Эй, ты куда? Лови его! Поймала! Ну что, примерим? Да! Вау! Получилось! Спасибо, мисс Делайт! Что это? Что происходит? О, Джекс! Любимый! У меня же для тебя сюрприз! Пиньята? Моя! Оставлю ее себе! О, нет! Какая красивая! А это что? Бам!
конфеты! Что у вас здесь происходит? Опоздала! Не повезло! Кто это сделал? Не я! Стоять! Вы все под подозрением! Всем оставаться на своих местах! И что ты нам сделаешь? Арестую! Я зайду сам. Ваш новый дом. Здесь тесновато, дорогуша. Выпусти нас. У меня есть идея получше. Твистер! Карли, левая рука на зеленую. Русалочка, правая нога на синюю. Но у меня плавник. А, упс. Кейн? Просто стой. Так вам гораздо удобнее, да? Я больше не выдержу. Пора выбираться отсюда. О, так просто? За мной. Опа! Итак, оружие на стол. Еще. 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 Ауч. Это все. Ну, нам сюда. А это опасно. Обожаю. Вау. А где мы? В пустоши. Здесь мы узнаем правду. Смотри. Джекс. Ага, пиньята. Нет, даже не думай. Люблю сладости. Ты где? Фух, кажется, ушла. Раз конфетка, два, три. Это последняя. Так это была ты! Но это еще не все! Извини, подруга, не рассчитала! Я просто очень люблю сладкое! Да, все нормально, это тебе! Круто! Тогда тебе тут... Да! Другое дело! Так, их еще трое! Интересно, кто следующий? Кейн! А мы? А вы молодцы! На проверку! Давай! Все, заходи! О, да, держись! Нет! Какая же ты милая! О, Кейн, привет! Эй! Как это мило! Вау! Вот это настоящая любовь! Нет! Это была твоя подруга! Смотри дальше. Я в порядке. Это что, мне? Фу! Ну все, иди. Это была ты? Не-а. Признавайся, это была ты? Теперь ты мне точно все скажешь. Упс, переборщила. Разряд.
Мы еще не закончили. Ты за это ответишь. Может, забудем? Нет. Ой. Спасибо. Пиньята. Кто здесь? Вампирша? Ты? Чего? Я так хочу сладенького. Нет! Да, это была точно ты. Ты ошибаешься, подруга. Отпусти, кому сказала. Смотри, что у меня есть. Брось, 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 брось. Ну все, фух. Поняла, поняла. Иди уже. Но сначала... Смотри! Опор! Ты точно сломана. Ты видела ее? Это же вампирша. Получай! Ауч! Давай, попробуй еще раз. Что уже, пошутить нельзя? Русалочка! Русалочка! Ты где? Я тут. Что случилось? То, что ты убийца! Что? Я? Нет! Вот сейчас проверим! О, Джекс, я тебя так люблю! Привет, лузерша! Русалочка, что с тобой? Не твое дело. Это подарок для моего парня. Что? Вообще-то Джекс мой парень. Ты уверена? Ах так! О, пончик! Ой-ой! Вкусный пончик! Сыграем на басу! Это ты! Это не я! Я такого не помню! О, смотри, продолжение. Нормальный такой трофей. Ты Урсула? Догадалась. И что же ты мне сделаешь, а? Сыграю на басу. Ты проиграла. Моя пиньята. А? Что происходит? А? Сладкая королева, ты спасла меня! Да! Я знала, что это не ты, подружка! Да-да, и ты тоже! Хочешь, я с тобой постою? Иди уже! О, смотрите! О, королева сладостей! О, реально! О, так вот, где она была. А? Что? Не может быть. Он все время был у нас под носом. Я не верю, что это он. Леди, нет. Ну, все совершают ошибки. Ты арестован. Ага. А с ней что делать? Сладкая капельница, она поможет. Стоп, мы же уже нашли убийцу. Почему я? Где я? Что со мной? Добро пожаловать в цифровой детский дом. Привет. Здесь живут самые счастливые дети, которые никогда не найдут семью. Что за... Какого... Ругаться тут запрещено. Я хочу обратно. Можно я пойду? Конечно, выход там. Ага. Опять? Попробуй еще раз. Да. Да ладно. Здесь что, нет выхода? А зачем тебе уходить? Оставайся, тут твой дом. Нет, я хочу уйти. Ты знаешь, где выход. Но поверь, его нет! Она изменилась! Что это было?
Это цифровая пустошь. Как хорошо, что я тебя успела поймать. Если хочешь выбраться отсюда, я помогу. Тебе туда. Спасибо. Угу. А ты? А я уже привыкла. Давай скорее, у тебя мало времени. Ага. Где это я? Вау! А вот и она! Дорогая, ну сколько можно было тебя ждать? Вы кто? Как? Дорогая, ты нас не узнаешь? Мы твои родители. Родитель один? И родитель два. Мама! И папа! То есть вы меня удочерили? Ну конечно! Добро пожаловать в дико богатую семью! А? А? А, красота! Это наше первое семейное фото. Я даже не думала, что так бывает. А мы были уверены, что найдем тебя. Наша самая любимая дочь. Милая, пойдем, я покажу тебе дом. И это только один из 100. Тебе понравится. Угу. Добро пожаловать в эту комнату для девочек. А здесь ты можешь попробовать десерты со всего мира. А здесь стать красоткой номер один. А? А здесь можно получить заряд бодрости. Вы самая лучшая! А можно сделать фото? Фу-фу. Ну, это быстро утомляет. А здесь можно заснуть сладким, богатым сном. А, ага. Эй! Она никуда не сбежит! Ой, ну и приснится же такое, правда? Ну что, как тебе здесь? Нормально, только, может быть, поменьше розового? Но ты ведь даже не попробовала? Вперед! Ну что, дорогая, ты готова преобразиться? Ага. Угу. Ну все, готова. Ого, это правда я? Даже не верится. Что такое? А! О, нет! Опять! Упс, это, кажется, косметика старая. Ты знаешь, тебе тогда же намного лучше. Может быть, попробуем еще раз? О, я такая голодная. Ой! Выбирай, какую хочешь. Я возьму эту и эту. Но сначала эту. Ого! Вот это аппетит. Что это? Что случилось? Здесь золото. Ага, сладость миллионера называется. Тогда я возьму эту. Золото здесь, и здесь, и здесь. Тогда я не голодная. Девочка моя, не расстраивайся. Я знаю, что тебе поможет. Пойдем? Сейчас тебе станет лучше. О, новенькая. Ага. Денег дай. А у меня нет. Мы с бедными не работаем. Не работает. А ну да я. Вы самая лучшая. Вы самая популярная. Ага. У меня все работает. Может, эта комната мне просто не подходит. Ты что такое говоришь? Она просто пошутила. О, дорогая, ты просто еще не привыкла. О. Ну, как у тебя тут дела? Грустно. Ну, конечно, это розовая комната. Тут только плакать хочется. Я принес тебе кое-что поинтереснее. Добро пожаловать в мою игровую комнату. Вау. Здесь ты можешь делать все, что захочешь. Ага. Хочешь играть круглые сутки? Есть приставка. Вау. Неограниченный запас пиццы. Ну и, конечно же, шлем антистресс. Будешь? Зря. Ну тогда... Танцпол для самых безумных танцев. И все это твое. Секунду. Твое. А что там? Стой! Нельзя. Запомни. У нас в этом доме только одно правило. В эту дверь нельзя входить. Ладно. Хе, фу, хе. А, нет, не надо! Не вспомню, что с вами. Там Кейн. Кто? Здесь никого нет. Ваши родители уже ждут вас внизу.
Вы не он. Вы правы, я она. Пойдемте. Это вам. А мы куда? На кухню. Не пешком же идти? Поехали. Ага. Ну что там, скоро уже? Тихо, с химическим составом не шутят. Воу! Это было просто круто. Я очень рада, что вам понравилось. Можно? Ой, я такая голодная. А где еда? Подожди, дорогая, сейчас все будет. Последний штрих. О, получилось! Это лучшее, что я создал в мире! Я уже хочу попробовать! Попробовать что? Это же непонятно что! Это усилитель вкуса, милая! Бон аппетит! Как здорово! Погодите, с вами что-то не так! Остановитесь! Чувствую себя намного лучше, чем раньше! И я! А еще я такая голодная! Так хочется крови! Я пошел. Помогите! Вы должны вернуть все обратно! Да, как я могу вернуть все обратно? Тут эффект еще 15 минут будет длиться. Мне кажется, нам конец. Как вкусно! Хочу еще! Помни, подойди к маме. Я тебя не обижу. Мам, ты чего? Мы сделаем маленький укус и все. Не надо! Надо! Я должна сбежать! Точно! Дверь! А, где она? Там! У двери! Ты не уйдешь! Уже! И кто тут победитель, а? Что? Не может быть! Это же... Ничего не помню, но кажется, было весело! Она открыла дверь! Нет! Это все было обманом! Нет, это цифровая реальность! Эй! Выпустите меня! Нет, после того, что ты натворила... Я боюсь! Так, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Спасище! Не сбивай! Сейчас он придет, и все станет как раньше. Думаешь, он злится? Он в гневе. Но мы не виноваты. Мы делали все, что могли. Да-да-да-да-да! Это ты во всем виновата. Ну ничего, ты за это ответишь. Ага. Да что я сделала? Ты сломала нашу реальность! И выпустила его. Кажется, идет. Нет! Мы не виноваты! Ты кто? Не подходи ко мне! Я буду кричать! Не помогает! О! Нет! О! Нет, нет! Ребята, помогите! Мы должны победить это чудовище! У нас мало времени! Скорее, пишите чудо в комментариях и ставьте лайки! Да-да-да! А, это то, что нужно! Мы же в цифровой реальности, а значит, победить его может только компьютер! Ура! Ребята, вы молодцы! Мы победили! Что? Что? Эй, мы так не договаривались! Фух! Я жива! А? Профессор? Вы где? А это что-то новенькое. Вау! Теперь и я вампир! Но это лучше, чем быть клоуном. А это что? Да это же выход! Надеюсь, у меня теперь получится выбраться отсюда. Глупышка! Я же говорил, здесь нет выхода! Весь наш мир — это цифровая реальность! Так, вроде бы сюда. Или... Что за дым? Наверное, там класс химии. О! Вроде здесь! Ты ботан! Всем привет! А ты еще кто? Это школа вампиров. Так я... Я не дам тебе учиться в моей школе. В вашей школе? Упс, директор.
Я имела в виду... Вы кто? Я новая ученица. Допустим, все по местам. Меня приняли, класс! Ну что, английский сделали? Можно здесь сесть? Да, без проблем. Нет? Ладно. Я могу сюда сесть? Нет. О, могу здесь. Нет. Ну а где мне сесть? Там. Но как я буду... Ха, так-то лучше. Здесь? Я ученица, я тоже хочу сидеть в классе. Ауч! Дурацкое солнце, дурацкий навес. Где там книга бабули? Есть. Так, ага. Тр-лар-лор-луп. О, так гораздо лучше. Я иду учиться, и ничто мне не помешает. Ура! Затмение! О-о! Эшли, это ты сделала? Ну да. Вау! Ага. Будешь? О, спасибо. Это кровь для нормальных учеников, таких как я. И вообще, не мешайте мне смотреть на затмение. Свалите. Ого! Ты тоже? Ну ладно. Вот сейчас хорошо. Эй, уйди, ну! А еще и кровь закончилась. Я в класс. Уберите солнце! Кто-нибудь! Дурацкий шалаш! Эшли, ты можешь сидеть здесь. О, круто! А как же Мелисса? Я думаю, ее сегодня не будет. Начинаем тест. Укус! Обожаю этот урок. А деньги? Забыла. Мелисса молодец. Как всегда, лучший кандидат. А где твой кандидат, нищенка? Сейчас придет. Где мне взять жертву? А что если... Так, это Эть? Чем не жертва? Смотрите. А? Ну как? Смотрите. Просыпайся, я тебе не за это плачу. Так, так. Ого, за что такие деньги? Нет, нет. О, вот этот подойдет. Так. Ого, ну хоть так, так. Так, так. О! Как бы тебе так поудобнее взять? Так, ну все, готово. Нет, 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 так не пойдет. Ага. Вот так. Ну? Симпатичная жертва. Молодец, Эшли. Почему ваша жертва не просыпается? Вы выпили больше, чем надо. Это не я. Мелисса Ф. Угу. Да в смысле? Отдай. Смотрите, у меня есть жертва. Да что за... Вау! А что тут еще есть интересненького? Извините, я не хотела вас побеспокоить. Какой хорошенький! Отпусти меня! Хватит! Хватит! Фух! А это что? Новый мрак 3000 не может быть! Вот бы полежать в нем хотя бы минутку. Да никто не заметит. Вот это мрак! Да это целая вампирская комната! Тут можно жить! Сколько тут всего! Так. Попробуем. А это для чего? Так. Ну ладно. Ого.
Новый мрак 3000 достается самой популярной девочке в школе. Мелиссе. Упс, секундочку. Что? Подъем! Давай лучше я. Доброе утро, мисс Эшли. Ой, как хорошо. Доброе утро, мисс Софи. Классный гроб, попробуйте, советую. Я ее уничтожу. Ну вот и разобрались. Гроб ваш. Да, мой. Я заслужила. Ну? О, выпустите меня! Угу, так. Трендовый перекус для самой популярной ученицы. Так, начнем поиски. Да где же он? А, вот он! Это вкусный банан. И я совсем не люблю бургеры. Хотя кого я обманываю? Вот так. Вот так. Так тебе и надо. Заплати, а потом ешь. Ой, плачу бананом, будешь? Фу, гадость. Ой, посмотри, что там. Какая жесть. Хватит, что там? Надо вырывать. Как? С этим я тебе помогу. Да ладно, уже не болит. Я пошутила? Не болит? Сейчас будет весело. А ты еще кто? Я вампирская фея. Поздравляю, ваш клык стал миллионным. Мой? Нет, ваш. Правда? Да, и если вы разрешите его забрать, этот чемодан с деньгами и абсолютно новый клык ваши. Я согласна. Давайте. Хорошо. Редкий, бедный. Такой очень дорого будет стоить. Уже все? Помогло? О, болит! Очень болит зуб. Ого! Нет, ваш зуб в норме. И он обычный. До свидания. В смысле обычный? Ты сам обычный. Круто. Теперь у меня есть деньги, чтобы заплатить. Держи. Где мои вкусняшки? Так нечестно. Он и правда болит. Я знаю, как тебе помочь. Эть? Подожди, с моими клыками так нельзя. Я не слышу, но я помогу тебе. Ну и зачем мы тут? Вот и я задаюсь вопросом, зачем ты здесь? Это что? Подарки от родителей. Подарки, ура! Ну да, о чем это я? Я же бедная. Эй, эй! Эй, ты цела? Ты ударилась? Я помогу тебе. О! Нет. А это? Нет. Может, это поможет? Это что? Эй! Нет! Обратно! Давай обратно! Фух! А это подойдет! О, новый айфон! Фигня! А где моя корона? Так, и вот сюда. Так тебе будет гораздо лучше. И вот так. И вот так. Вот. Это мое! Но ей больно! Да мне все равно! Ты не посмеешь! Положи мышку на место! Отдай корону! Мышку! Ну, как знаешь! Что со мной? Есть! Это моя корона! А, фу! Это невозможно! Как же хочется кровяного смузи! Уйди с дороги! Ну, работай же! Почему же мне так не везет? Какой неудобный стул! Все равно неудобно! Официант! Официант! Я занят! Вообще-то у вас тут богатая клиентка! Но не богаче той девушки!
Чего желаете, мисс? Я устала есть. Могу убрать. Не знаю почему. Хочу отдать еду бедным. Мне от тебя ничего не надо. Тогда... Будет сделано. Прошу. Это вам от того столика. Спасибо, очень вкусно. Приятного аппетита и до встречи на уроке. Извините за опоздание. А, никого нет. Алло, вообще-то я здесь. Грубые и вредные не в счет. Ах да, как же я забыла. Присаживайтесь, мисс Лиззи. Фу! Это тебе за хамство. Две беднячки уже подружились? Я не бедная. А это на тебе прошлогодняя коллекция? Точно бедная. Что ты сказала? Тишина! Сегодня у нас тест. Передавайте. Тест? Какой легкий тест. Еще пара минут, и можно будет отдыхать. Так, где же взять ответы? Ладно. Мисс Эшли, вы что, списываете? Нет. Отдавайте все, что у вас есть. Я сказал все, что у вас есть. Так-то. Совсем все плохо? Учись как надо. Вау. Дай списать. Ого, как... А мы все? Я тоже. Мелисса. Лиззи. Эшли. Ф. Ну, Лиззи, держись. Спасибо тебе, Мелисса. Ну все, теперь у меня два врага, и я буду мстить. Спасибо тебе за мороженое. Оно такое вкусное. Это тебе спасибо. Тысячу лет не ела мороженое. А, и спасибо, что спасла меня от этой Эшли. Вот и попались. Сейчас я разделю эту сладкую парочку. Как дела, беднячка? Это я не тебе. Скоро будет лучше. Так. Где-то здесь было смертельное оружие. Как же хочется. Ну ничего. Сначала месть, потом сладость. Слушай, а может тебе обновить гардероб? Зачем? Мне и так нравится. Я так уже 100 лет одеваюсь. Глупая. Нужно быть в тренде. Да начнется веселье. Наверное, показалось. Что за запах? Это что, чеснок? Срочно выбрось! Помогите! Я вся горю! Кажется, она попробовала свое же блюдо. Справедливость торжествует. Эшли, кажется, ты забыла закрыть свой шкафчик. Кажется, ей больно. Не надо! Я больше так не буду! Ты сама себя наказала. Ну, я на всякий случай сфоткаю. Это на память. Ладно. Спасибо, что помогли. Ну и извините за пранк. Ну ладно, и давайте я угощу вас мороженым. Мелисса, спасибо за приглашение. Я никогда не была на вечеринке. Как настроение? Супер! Отлично! Класс! Мелисса,
А можно ее съесть? Нет, это самая лучшая прислуга в мире. Так, что тут интересного? И почему все пришли на вечеринку к этой Мелиссе? Здесь же ничего интересного. И что ты тут забыла? А, пришла посмотреть на неудачников. У нас тут только лучшее. А неудачница ты. Да? А что тут тогда делает эта беднячка? Вообще-то меня пригласили. Ха? Лузерша на вечеринке у лузеров. Никто не смеет обижать моих гостей. Фас! Вы еще пожалеете! Продолжаем вечеринку самых лучших! Добро пожаловать, Эшли. Ого, беднячка, не думала, что ты тут работаешь. А мне не подходит эта работа. Тебе бы лучше подошло работать служанкой. Осторожнее, ты испортишь мою прическу. Эшли, ты что тут забыла? Я пришла за новым платьем, так как буду жить в дорогом кампусе. У меня в этом кампусе VIP-комната. А меня не позвали. Все потому, что ты бедная. Лиззи, возьми мой пропуск. Я тоже буду жить в кампусе. А как же ты, Мелисса? Меня и так впустят. Вы закончили? Я хочу купить это платье. У вас недостаточно средств. Что? Этого не может быть. Что случилось? У Эшли закончились деньги. Это получается... Ха, ты тоже бедная. Да? Не расстраивайся. Бедность – это не так уж и плохо. Убери от меня свои бедные руки. Я сейчас позвоню папочке, у меня будут деньги. Мелисса, если мы будем жить в одном кампусе, приходи на мою вечеринку. Хм, обязательно приду. Надо как следует подготовиться. Надеюсь, все придут. Что за шум? О нет, мои приглашения на вечеринку. Никто не придет на мою вечеринку. Здесь самая крутая вечеринка. Если на нее хоть кто-то придет. Ура! У меня на вечеринке будет один гость. Ага. Только я тут все испортила. Я сейчас все исправлю. Так. Стоп. Погоди. У меня есть кое-что для тебя. Вау. Смотри. Вау. Так-то лучше. Тут так красиво. Давай фотку сделаем. Крутая фотка. Опубликовать. А вот и гости. У меня что, будет настоящая вечеринка? Тут крутая вечеринка. Да. Лиззи, привет. Спасибо тебе за такую крутую вечеринку. Да ладно, это все для тебя. Класс, сегодня пишем тест. Опять. Ура, тест. Передаем тесты. Как это решить? Как ты все это делаешь? Да это же элементарно. Я могу это с закрытыми глазами решить. Тут 900, тут 17, тут 36. Вау! Ничего себе! Ого! Вот это да! Умница, Лиззи! Я тоже хочу научиться так решать тесты. Давай я тебе помогу! Уже все? Ага! Я уже чувствую себя умнее. Это только начало. Мы будем изучать все эти предметы. Начнем с математики. Это первое задание. Нужно найти решение. Я обычно решаю их вот так. Но это же неправильно. Нужно все посчитать и решить. Ну вот, все логично. Посчитали. Решили. А? Но так не... Так, стоп. А давай лучше займемся...
Физикой. Математику я и так знаю. Тогда займемся физикой. Все знания в книгах. Ага, держи. Видимо, она еще не готова. Зато ты теперь знаешь, что такое сила притяжения. Лучше бы я о ней не знала. Давай перейдем к новому предмету. Хорошо, тогда химия. С помощью химии можно сделать все, что угодно. Все, что угодно. Нужно только смешать эти вещества. Теперь наливаем сюда. Ты уверена, что ты все правильно делаешь? Конечно. Лиззи, тут везде дым. Все под контролем. И последний ингредиент. Под контролем. Попробуем. Химия мой любимый предмет. Ой. Не думал, что бедных пускают в столовую. Не обращай внимания. Этот съем сейчас, этот на обед, а этот вечером. Привет, подруга. Привет. Я присяду? Конечно. Будешь? Давай. Поужинаю завтра. Это вся твоя еда? Ну, он же такой вкусный. Так не пойдет. У меня есть для тебя сюрприз. Я заплатила за круассан. Ты что? Это же мой личный повар. Поняла. Что желаете? Самого вкусного и побольше. Понял. Выглядит так аппетитно. Да, мой повар круто готовит. Ну, приятного аппетита. Стоп! Ты думаешь, я съем это все сама? Нет. Я хочу тебя угостить. Спасибо. Спасибо. Фу, какой ужас. Ой. Как вкусно. Ага. Как можно так есть? Что-то пропал аппетит. Пойдем отсюда. Я так вкусно никогда не ела. Я рада, что тебе понравилось. Спасибо большое. Мне пора? Ты ешь, не торопись, хорошо? Этой еды мне хватит на неделю. Смотри, слон и жираф. Смотри, точно никогда не повторяла? Конечно. Всем привет. Ужас. Не знала, что в школу впускают в такой одежде. Кошмар, посмотрите на меня. Я вся такая бедная, у меня одежда бедная. И обувь тоже бедная. Беги, беги, возвращайся. Почему они все надо мной издеваются? Что случилось? Ничего. Может, откроешь дверь? Ты тоже хочешь посмеяться над моей одеждой? Я вообще-то твоя подруга. И твою проблему легко решить. Правда? Конечно. Пошли на шопинг. Мне так нравится. Как тебе? Нет, нет, нет. А раз уж ты моя подруга, ты должна быть одета в самое лучшее. А разве это не модно? Сейчас покажу, что такое модно. Ты уверена, что это модно? Не сомневайся. Вау, мне нравится. Тебе идет. Надеюсь, надо мной больше никто не будет смеяться. Конечно, не будет.
урок окончен. Что случилось? У меня больше нет денег! Не переживай, мы обязательно что-нибудь придумаем. Уже ничего не исправить! Кажется, придумала. Приступим. А, вот ты где. О, привет. А что ты тут вообще делаешь? Это самый надежный, пуленепробиваемый сейф. Прикольно. А тебе он зачем? Это для конкурса. Хочешь мне помочь? Вряд ли я тебе чем-то помогу. Я пойду? Удачи. Добрый день, леди и джентльмены! Сегодня мы узнаем, кто же стал победителем нашего конкурса. И победителем становится... становится Лиззи! Ну, как обычно. Лиззи, ты получаешь главный приз нашего конкурса. И это... $1 000 000! Ха! Невероятный успех! Ваш чек... И этот приз я хочу отдать своей лучшей подруге Мелиссе. Вот это настоящая дружба! Ты уверена? Конечно, без тебя бы у меня ничего.